Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка бумажных сюрпризов. И мне для вас появились 4 новиночки. Первых 3 коллекции от подписчицы Жанны. Мне пришло письмо от нее. Чуть позже мы распакуем его, а точнее после того, как выберем пакетики. И новиночка от меня. Это коллекция куклы Hair Dorables. Вот такие вот здесь пакетики. Вообще, эти пакетики я рисовала где-то месяц назад, но никак не доходили руки сделать из этих пакетиков коллекцию. И я наконец-то это сделала. Также надеюсь, что вы меня поймете. Я здесь чуточку переборщила с блесточками. Ну вот. Давайте сразу возьмем пакетик. Давайте вот такой вот. Боюсь произнести неправильно с девочкой гармонии. Возьмем этот пакет. Кстати, у них классная насечка. И еще 3 коллекции, которые от подписчицы. Это поп-сокеты, самодельные пакетики и топ. И давайте выбирать пакетики для сегодняшней распаковки. Из коллекции Лёва. Давайте возьмем вот такой вот, где он показывает лайк. Далее коллекция желе. А, меня просили взять желтый. Далее коллекция девочки. Ну, возьмем, как обычно, некрасивый. Авани или Авани в ТикТок. Давайте вот такой вот. Вот такая вот коллекция. Возьмем вот такой вот. Коллекция от моей подруги Алены. Возьмем из серединочки. Коллекция Starbucks. Я предлагаю взять вот такой вот птенчик. Давайте возьмем вот такой вот с оранжевой птичкой. Я не знаю, существует ли такая птичка, но я нарисовала. И выберем коллекцию от подписчицы. Ее зовут Жанна. Как мы открываем письмо, будет после того, как мы выберем все пакетики. Давайте возьмем вот такой вот из коллекции Топ. Коллекция поп-сокеты. Здесь 3 пакетика. Давайте возьмем, не знаю, вот такой вот. Хотя, вот такой вот красненький. Я перепутала. Это коллекция самодельные наклейки. Возьмем вот такого вот со знаком вопроса. Возьмем пару вопросов. То есть раз, два. И 3. 3 вопроса. Ну что ж, давайте распаковывать. Я предлагаю это сделать ножницами. Итак, что-то здесь все плотненько так лежит. Так. И здесь... Здесь какая-то записочка. И сюрпризы. Так, больше ничего. Итак, давайте рассмотрим. Коллекция топ, поп-сокет. И самое интересненькое, что это такое? Это записочка. Была в таком листочке. А здесь еще одна коллекция. Вот такие вот здесь пакетики. Ого. И письмо. Читать, как ты захочешь. Привет, меня зовут Жанна. Я из Твери. Я уже давно смотрю твой канал. Ты самая лучшая. По сюрпризам, я тебе предлагаю сделать коллекцию путешествия. Я буду очень рада, если ты сделаешь эту коллекцию. Желаю тебе много подписчиков и крепкого здоровья. Спасибо тебе большое, Жанна, за то, что отправила мне это письмо. И за такие теплые слова. Спасибо. И давайте продолжим нашу распаковку. Вот наш каталог. Я предлагаю начать с новинки, потому что это самое интересное. Давайте полистаем наши странички. Вот первая, вот вторая и вот третья. Мы сегодня взяли вот такой вот пакетик. Да, я очень переборщила с блесточками. И посмотрим, как действует наша перфорация. Итак, и мне попалась такая вот кукла, вот,
Она у нас под номером 1. Какое совпадение, первый пакетик. Это вот здесь, и ее зовут Ноан. Вот. И давайте приклеим ее. И вот сюда. Вот так. И далее у нас идет коллекция, из которой я опять забыла выбрать пакетик. Это лол вещи или все, что связано с лол. Остался последний пакетик. Вот в таком. О, опять из этого пакетика уже вылетела фигурочка. Под номером 1. Итак. А это вот такой вот лол ОМГ. Вот. Такой вот. И, кстати, покрыто блесточками. Кто отгадал, что под номером 1 нам попадется именно лол ОМГ, ставьте плюсики в комментариях. Я буду читать и лайкать. Итак. И посмотрим на нашу заполненную коллекцию. Вот первая. А вот вторая страничка. Вот. И двигаемся дальше. Коллекция птичка. Итак. Где же этот пакетик? Мы что, не выбрали? А вот. Вот такой вот пакетик с такой оранжевой птичкой. Ну а перед тем, как мы распакуем этот пакетик, хочу ответить на вопрос. Сейчас ответим. И вопрос очень простой. Любишь сладкое? Я просто обожаю сладкое. Что тут сказать? И давайте распакуем наконец-таки наш пакетик. А здесь мне попалось, как и в самом первом видео, где мы распаковали эту коллекцию, попалось ничего. Вот табличка, ничего. Очень жаль. Мы сегодня не пополним эту коллекцию. И далее коллекция Kinder. И здесь попадаются коллекционные игрушки фастфуд. Ой. Алена, извини. Вот такой вот пакетик. И здесь попалось сладкое что-то. В общем, под номером 3 здесь случилась поломочка. Нам попался вот такой вот кексик. Такой вот он. Неоновый. И нам попалась фигурочка под номером 3, поэтому мы приклеим именно сюда. Вот так. И вот наша коллекция. Идем далее, и у нас коллекция девочки. Вот такой вот пакетик с такой девочкой. Итак, я нечаянно, и мне попалась девочка с зелеными волосами, которая кушает конфетку. И давайте ее приклеим. Я хочу ее приклеить вот сюда, на пятое местечко. Я ее, походу, слишком низко приклеила. Но ничего. Идем далее. И у нас коллекция желе. Этот пакетик выбрали вы. Такой вот. И смотрим. А здесь мне попалось вот такое вот желе. Милашка. Просто милошечку. Она у нас под номером 6. Значит, приклеим мы вот сюда. И далее у нас коллекция Авани или Авани в ТикТок. Но сначала я хочу ответить на вопрос. И вопрос звучит так: как долго будешь снимать БС, то есть бумажные сюрпризы? Ну, на этот вопрос я точно ответить не могу, но пока мне это все нравится.
И что же нам здесь попадается? Да что такое? А здесь мне попалась вот такая вот Авани или Авани. Вот, это ее эмоджи. Где она плачет. И мы ее приклеим вот сюда. На этот контур. Вот так. Скоро мы закончим эту коллекцию, а точнее через 2 видео. И далее у нас коллекция, которая называется Starbucks. Вот такой вот пакетик. Кстати, я ему тут нарисовала варежки. И для новеньких сейчас покажу, как открывается эта перфорация. Смотрите, вроде бы все обычно, но... Тынс. Оп. Оп. Мне попался вот такой вот котик в Старбаксе. Он желтого цвета, а стаканчик красно какой-то коричневый. И давайте отклеим и приклеим. Он был у нас под номером 4, кстати. И номер 4 у нас вот тут. Вот тут. Вот. И также через 2 видео закончим эту коллекцию. Как жаль. И далее у нас идет коллекция от моей подруги Алены. Вот такой вот пакетик. И он у нас открывается вот здесь, наверное. Придется сделать чик-чик. Итак, откроем здесь. И что же нам здесь попадается за масочка? А мне попалась... Стоп. Ну что тут сказать, мне попалась повторочка. Теперь я понимаю послание Алены, что она будет пополнять мой конверт для повторок. Но пока что у меня его нет, поэтому он будет просто лежать. И далее коллекция Лёва. Это наша прошлая новиночка. Я заменила вторую страничку, потому что она была не очень, и я сделала ее получше, чем было. Итак, вот такой вот пакетик. И открывается он вот так. Итак. А мне попался вот такой вот ребенок, который... И наконец-то я смогла отклеить. И мы приклеим этого львенка вот сюда. Вот так. Вот такая коллекция. И далее у нас идет наша новиночка, которую мы открыли еще в начале. Ну что ж, я предлагаю ответить на вопрос. Кстати, он последний из этого видео. И вопрос звучит так. Летала ли ты на самолете? Нет, я никогда не летала и не буду, потому что это страшно. Или мне одной так страшно, я не знаю. И коллекция от подписчицы Жанны. Давайте начнем с топа. Из коллекции топ. Давайте откроем. Так. И мне попался вот такой вот топ. И это у нас наклейка. Приклеим мы его вот сюда. И далее у нас идет коллекция самодельные наклеечки. Открываем наш пакетик. И мне попалось, что же нам здесь попалось? А мне попался вот такой вот шарик со снеговиком.
Также это у нас наклеечка, которую нужно приклеить обязательно вот сюда. Такая интересная коллекция. Мне уже не терпится открыть еще один пакетик. И это коллекция поп-сокеты. Так. Больше ничего. И мне попался вот такой вот поп-сокет YouTube. Очень красивый. И эту наклеечку мы приклеим вот сюда. И вот такая вот коллекция у нас пока что получается. В следующих видео будем заполнять дальше. Поставь лайк, подпишись на мой канал. Не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо за просмотр. Пока-пока!